Здравствуйте, друзья! Мы с вами находимся в даунтауне города Лос-Алтос, небольшого такого городка, который стал, можно сказать, символом дороговизны недвижимости в Америке. Вот. И здесь, на этом перекрестке, где мы сидим, тут находится кафешечка, которую мы со Светой очень любим. Видите, такой лос-алтовский стиль на стенках рисовать. Вот. И вот мы тут расположились с нашими гостями. И пойдем сейчас кофейку возьмем. А у нас гости из города Иваново. Ныне они в Сакраменто проживают. Так, давайте мы помашем ручкой. Значит, это Светлана, две Светланы. Так, тут у нас Диана и Кристина. Вот. А, значит, папаня их там стоит, очередь занял. Мы пойдем с ним сейчас кофейку возьмем. В кофешопе, друзья, большой выбор кружек. Ну и, конечно, главная фишка здесь – это торты и пирожные. У них такой стиль, комбинация французского с японским. Это не анекдотическая комбинация, а самое, что ни на есть, настоящая. Это не дешевое место, поэтому если вы скажете, ой, как дорого, я скажу, ну, ходите туда, где дешево, правильно? Вот, а здесь вот такие торты. Здесь люди берут на всякие мероприятия жизненные, там можно заказ сделать. Давайте покажем, что сзади у нас тут. Вот представляйтесь, кстати, вот ваши девушки уже представили. Да, меня зовут Роман. Так. Я приехал из города Иваново с семьей и встретился с замечательным человеком, с этими замечательными людьми, Михаилом и Светланой. Ну вы так больше вот про себя. Мы приехали погромче, чтобы отведать вкусного пирожного. Вот, и поболтать о жизни. Так. Вот тут такие сухарики, друзья. Сухарики, какие-то печеньки, какие-то странные коробочки. Это годится только на подарки кому-то, потому что ничего другого с этим сделать нельзя. То есть можно, конечно, съесть тоже, но так, наверное, многие поступают. So, guess which language you are speaking? I don't know. Oh, okay. What language are you speaking? It's Russian. Oh, Russian. Beautiful language. Oh, thanks. Так. Вот у нас печеньки. Девушка обернулась на меня посмотреть. Я говорю, раз обернулась, давай мы с тобой поговорим. French toast. Окей. Так вот скушаешь и будешь по-французски говорить. Так, друзья, это что Бог послал. Будем подкрепляться. Так. Вот. Раз. Вот это на разживу. Сейчас пойдем за напитками. Друзья, вот вы видите, чай называется «Князь Владимир». Ну, они там пишут «Принц Владимир», но мы понимаем, о чем речь. Это черный чай. Вот такой. Сейчас, девочки, пробуйте и скажите, есть ли в нем что-то такое княжеское.